Ассаламу алейкум, друзья, всем пламенный привет. Наконец-то мы все-таки вырвались на нашу любимую речку. Выезд у нас получился спонтанно. Вчера буквально в 10 часов Кеша освободился. Мы выскочили с города, приехали сюда около 3 часов ночи. Приехали за Баканас. Вот такое здесь место. Вон там вот островок большой. Здесь, получается, идет изгиб реки. В этом сезоне как бы хотели намного чаще выезжать, делать контент, показывать вам места, которые мы выезжаем, где мы рыбачим, что мы ловим. Ну, как-то в последнее время что-то не складывается. То у Кеши постоянно съемки. Ребят, всех вас поздравляю с тем, что сегодня начались съемки нашего фильма. Здесь возвращаемся со съемки с озера Кульсай. И еще один кадр. Поехали. Да, просто задирай. Давайте репетнем. Прям тут на сете. А, то же самое. То же самое, да. Ну, это кадры для бэкстейджа. То у меня по семейным делам. Кеш, ну что там? После месяца непрерывной работы и съемок ты наконец-то на реке. Вот что-то там поклевывает, да? Это вобла держит. Вобла? Да. Нет, здесь стоит прямо вот вес на сазанчик. Это так побаловался у Миши. Не, ночью клевал хорошо. Ночью клевало, да. Я спал. Не знаю, у меня сон не пошел. О. Это кто? Вот за ночь вот такую вот мелочь наловили. Там один лещ и вобла. Штуки 4-5. Надеемся, что-нибудь и покрупнее поймается. Еще один, что ли, гамбузил? Эй, ты что сделал? Че? Ты же отпустил. Где отпустил? Нет. Вон же они там находятся. Эй, ты что это? Че там? Я же не привязал. Че ты? Вот так вот. Вот такие вот. Сегодня планируем на реке побыть до вечера. Хотим вот чуть-чуть отдохнуть, порыбачить, приготовить, кушать, посидеть. Не знаю, что получится у нас, конечно, поймать за это время. Но, тем не менее, мы все-таки выехали, выезд состоялся. Спасибо, что смотрите нас. Так что давайте, смотрите. Думаю, сегодня будет интересно. Всем приятного просмотра. Что ты там, светани? Вот она, поклевочка. Кеши. Ну вот пока мелочь клюет. Подлещика? Короче. Да. Чисто спортивный клюет. Ну. Ты сегодня в ударе, я тебе скажу. Месяц не был на рыбалке. Пол садка уже натаскал. Всякой мелочухи. Там вот видно.
Короче, я понял, как надо ловить. Не надо ставить кордонку. Надо тупо держать в руках. Вот что значит дергало, да, Кеш? Вот такой вот подлещик. В тени, да, весь запутался еще. Ну-ка, светоника. Так, сейчас будем готовить. Взяли баранину, мякоть баранины. Хотим сегодня приготовить мясо в афганском казане. Потому что время сейчас уже 10 час, ближе к обеду. Но мы как приехали, в принципе, этот еще не завтракали, ничего не ели. Как я сказал, будет мясо. Картошку взяли, вот такую вот небольшую. Уложим картошку. Добавим сладкий перец. Лука. Лук тоже взяли красный. Ну и чуть помидорчиков. Ну и поставим под давлением на минут 30-40 на газу. Добавляем соль по вкусу. Черный перец. Ну и чуть-чуть оставалось у меня приправы универсальные. Вот такой вот. Буквально для запаха. Друзья, вот такая вот получилась у нас красота. Мясо прям вот так вот аж распадается на волокна. Украсили вот так вот укропом. Ну, ты укропа не пожалел, братан, да?
зелень, это зелень. Да. В общем, мы со вчерашнего дня нормально так и не поели. По дороге пирожки. Мамы, приехали не до этого. Да. Сейчас там еще осталось. Нормально осталось. Вот. Все съедим. Чуть порыбачим. Отдохнем, да поедем. Мясо с мясом начинаем, да, там, вот с этого куска, вот он вот, подержи там. Теперь картошку. Манифик. Теперь картошку хапни. Есть что-то. Что-то какую-то палку зацепил еще, да? Смотри. Ну, смотри, хорошенький. Не сказать, что большой, конечно. Но... Ну, зимой ты был бы ему рад. Не говори. Блин. Что? Подлетный, подлещий. Не говори. А, вот такая вот. В общем, решили проэкспериментировать. Взяли вот такую вот пружину. Здесь 150 грамм, друзья. Вот так вот забили, скользящий. Ну и поводок на червя. Здесь течение не очень сильное. Мы прикормку размешали такая вот в виде каши, чтобы она не так быстро размывалась. Ну, как видите, работает на реке. Кеша нашел здесь, получается, логово, да? Как правильно сказать? Яму, логово. Место сходки или что? И что интересно, да? Не вот здесь под берегом, да? А вот приходится кидать вон туда, вон. Метров 10. Карась. Ух ты. Вот, смотри, какой здоровый. Ну, да. Ну, он так хорошо погнул, да? Ну, крупная прям. Тырка. Засол, завял, самое то. Да. Здоровин. Сидит. Угу. Блин, неплохой такой. Так, еще сопротивляется, враги. Смотри. Вон.
карась, что ли? Воба, по-моему, большая. Воба большая. Прям большая. Воба или жерех? Воба, воба. Прям большая, смотри. Угу. Что может быть лучше на реке, в тишине? Да еще вот с точки клюет и клюет при каждом забросе. Так думаю, блин, червей нам сейчас не хватит. Красавец. Ну, что тут дергает? То дергает, смотри, то ослабевает. Сидит там. Вон по леске, смотри. Видишь? Леска. То ослабевает, то опять натягивается. Прохладная кола? Нет, прохладная? Холодная, да. Не-не-не, сейчас. В общем, друзья, без конца клюет. И это не может не радовать. Здесь еще он только перезакинулся. Че, Кеш, ты там всю фанеру сейчас выловишь в реке? Здесь еще тоже что-то поклевка идет. Ты по очереди закидываешь, да? А? А че? Ну сам смотри. Вот рыбка в садке. Чё, Кеш? Ну чё? Как протекает отдых, рыбалка? Роскошно. Серьёзно, я об этом мечтал всю весну, половину лета, даже больше половины. Не говори, самое главное, ведь вообще практически не жарко. Такой хороший ветерочек, такой с прохладой, да? Несмотря на то, что солнце припекает. И еще клюет. Вот была бы сейчас сильная жара бы, вообще бы не клювала бы. Ну да. А я считай в этой, в сеточной своей же. Мне вообще кайф. Как-то так, друзья. Не всегда попадаешь, да? Вот на такие условия рыбалки, да? Ну, красота, я вам скажу. Дернул, как сазан, блин. О, смотри, фанера. Дернул хорошо, блин, не успел заснять.
Так, друзья, перебрались на то место, где мы в прошлый раз выезжали месяц назад с Маратом на рыбалку. Вот на это место. Здесь было занято, по факту, куда мы вчера приехали. И смотрите, за месяц, да, вот здесь вот, типа, арык такой небольшой. Вот сколько здесь мусора появилось. Действительно, свиньи. Вот приехали, да, ну забери с собой. Вон там при выезде, кстати, есть эти мусорные баки стоят. Выезжаешь, пожалуйста, в город не вези. Оставь там. О, смотрите, сколько здесь. Такое ощущение, как будто одна алкашня сюда приезжает. Здорово уж. Очередной лещара. Утащил в сторону. Хороший лещ. Ну что, друзья, будем потихоньку собираться. Погода неожиданно поменялась, облачно, поднялся ветер. В принципе, мы сегодня рыбку половили, отдохнули. Предстоит нам дорога, часа три, наверное. В планах есть, в принципе, на следующей неделе, может, через недельку, до сентября еще приехать на реку. Ну, хотим приехать на дня два, наверное, три. Посмотрим, как получится у нас. Вот такой наш улов. Что тут? Один подлещик, да? А, нет, смотри, отошел. Вся рыба отошла. Соберем, как всегда, свой мусор. Пиво мы не пьем. То вот до нас стояли, оставили, видимо. Тоже соберем вот. Выкинем при выезде. Так что, друзья, всем здоровья, благополучия и удачи. Давайте увидимся в следующем видео, на следующей рыбалке. Всем пока-пока!